В этом видео подробно расскажу, как заменить заднюю подушку двигателя на автомобиле Peugeot 308 в кузове T9 2015 года выпуска с двигателем 1.6 HDI 120 лошадиных сил. Итак, задняя подушка двигателя на данном автомобиле находится вот тут. И с первого взгляда кажется, что особых сложностей и тонкостей нету, и достаточно просто открутить несколько болтов. Но оно не совсем так. И на самом деле все немножко сложнее. Для начала, для того чтобы понять, что вообще нужна замена данной подушки, рекомендую взять монтировку и простыми движениями пошатать подушку. Если она надорвана или совсем мертвая, вы это услышите. Дальше, какую подушку купить? На экране вы видите оригинальный номер детали. Лично я брал хороший аналог от Hutchinson. Опять же, номер видите на экране. Что по замене подушки? Берете звездочку Т50 и откручиваете данный болт. Вынуть подушку не получается, так как ее держит еще один болт. Для его откручивания потребуется головка на 16. Но после этого мы сталкиваемся с другой проблемой, а именно, что вынуть подушку мешает кронштейн, который стоит перед ней. А этот кронштейн крепится еще на 5 болтах, 3 из которых в легком доступе, 1 в нормальном, а вот с последним прямо оно не очень удобно и нужно немножко помучиться. Однако откручивается все достаточно просто, и я бы крайне рекомендовал начинать сразу со сложного болта, потому что это единственная проблема. Как только вы его сорвете, считайте, что вы выполнили 80% всей работы, потому что все остальные болты в легком доступе и, как говорится, навряд ли что-то пойдет не так. Ну и, собственно говоря, снимаете сам кронштейн. Если что, его номер тоже у вас на экране. И после этого задняя подушка очень легко вынимается со своего места и устанавливается новая. И да, внимательный зритель заметил, что подушка в отличном состоянии и замены не требует. А вот зачем я ее снимал, я расскажу вам чуть позже. Ну, точнее, в одном из следующих видео. Новая подушка устанавливается в обратной последовательности и без особых изысков. За исключением того злополучного неудобного болта. Как-то так. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.